А вот Фурида, здравствуйте. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Буквально еще 2-3 минутки, все подключатся, и мы будем начинать.
Уважаемые коллеги, всем добрый день. Надеюсь, меня видно, слышно. Напишите плюсик в чат, если все хорошо. Так я пойму, что мы можем уже начинать. Все, замечательно. Меня зовут Ирина, я представляю компанию Ambosis Holidays, являюсь представителем агентского отдела, и сегодня мы с вами поговорим про такое замечательное направление, как Таиланд, вместе с отелем Centara Hotels and Resort, представитель Ирина Щипак, я ей далее передам уже слово. Сейчас пару слов о нашей компании. Мы с вами послушаем. Секундочку, у меня не листаются слайды. Все, вот, замечательно. Ambosis Holidays входит в крупный греческий холдинг, и помимо туроператорской деятельности мы занимаемся гостиничным бизнесом, представляем транспортную компанию и другие, которые вы можете видеть на данном слайде. Собственные принимающие офисы у нас есть в Греции, а также в России. Москва – это головной офис, также есть офисы в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Ростове-на-Дону и в Казани. На рынке мы уже более 30 лет, и все нас, наверное, запомнили по таким странам Европы, как Греция и Кипр, но мы уже давно больше, чем Греция, и занимаемся очень широким списком направлений, среди которых страны Индийского океана – это Шри-Ланка, Мальдивы, Маврики, Сейшелы, Индия, Африка и Азия. Представлены странами, такими как Танзания, Египет, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Сингапур и, конечно же, Китай. Страны Ближнего Востока – Арабские Эмираты, Катар, Оман и Бахрейн. А также по странам России, по стране Россия, Турция, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Если говорить про наши преимущества, почему вам стоит работать с нами, как я уже сказала, мы более 30 лет на рынке. Мы предоставляем своим агентам акции и подарки, поэтому обязательно перед бронированием заходите в эту вкладку, я далее покажу, где, прежде чем бронировать тур, чтобы для себя изъять максимальное количество преференций и для ваших туристов. У нас удобная система ГДС, подбора регулярных рейсов, гибкие условия оплаты для наших агентов, индивидуальный подход у нас к каждой заявке, каждому агенту, каждому туристу. Круглосуточная поддержка, help, если что-то случилось и рабочий день уже закончился, вы обязательно можете набрать нам по этому номеру, мы всегда отвечаем даже ночью. Комиссия для наших агентств 8-9%, и она предоставляется со всего пакета услуг, что немаловажно. Также наличие у нас есть и гарантированных блоков мест по топовым направлениям. Об этом я расскажу чуть позже. Наша комиссионная программа от 8 до 9%. Как я уже сказала, группа А у нас входит Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Для того, чтобы получить комиссию 8,5%, необходимо сделать годовой оборот свыше 50 тысяч е. Для того, чтобы получить 9%, свыше 100 тысяч е за год. Группа Б у нас представлена такими городами, как Самара, Ростов-на-Дону, Казань и Южный федеральный округ. Чтобы получить 8,5%, необходимо сделать оборот за год более 30 тысяч е, 9% более 70. И остальные регионы, это, соответственно, 8,5% выше 20 тысяч е и выше 50, это уже будет 9%. Но на этом преимущества не заканчиваются. У нас есть такая программа, как Partners Club. В зависимости от вашей комиссии вам присуждается определенный статус, благодаря которому вы получаете привилегии. Каждому из статусов доступен личный куратор, да, и далее уже можете видеть это. И приоритетное подтверждение на мероприятия, семинары, участие в закрытых рекламных турах по специальной цене, персональные подарки для наших агентств. Вот, и, соответственно, чем выше ваш, да, best partner, это максимальное количество преференций, чем выше ваш уровень, тем больше у вас привилегий для вас открывается. Что важно, по обороту комиссии, я не сказала, вернусь сейчас, для того, чтобы держать на уровне свою комиссию и не допустить ее снижения, вам необходимо делать постоянно оборот.
за месяц. Это 5000 УЕ для группы А и группы Б, и группа В это 4000 УЕ за месяц. Переходим к гарантированным блокам мест по нашим направлениям. Соответственно, из Санкт-Петербурга мы летаем на авиакомпании Этихад в Индонезию, остров Бали, на Мальдивы и также Малайзию. У нас комбинированные туры, где 2 ночи вы проводите либо проводите на Куала-Лумпуре, да, остров Лангави или остров Борнео, что очень удобно. 16 ночей, вот, 2 из которых перелет. Мальдивы, соответственно, точно так же, как я уже сказала, на авиакомпании Этихад, 9 ночей, 2 из которых вы проводите в пути. По датам вы можете видеть на экране. Из Москвы у нас также широкая полетная программа. В Индонезию мы летаем на авиакомпании Катар. На Маврике летаем на авиакомпании Emirates. И, конечно же, Турция на авиакомпании UTR ежедневно. Из Турции у нас также представлены такие города, как Сургут и Тюмень. Также на компании UTR мы летаем. По датам можете видеть достаточно удобное количество ночей. Все, что туристам необходимо, и на 7, и на 21 очень достаточно удобно, на наш взгляд. И также полетная программа в Арабские Эмираты из Сургута и Тюмени. Можете видеть на экране. Обязательно себе сохраните этот слайд, чтобы быть в курсе, какие пакетные туры у нас можно приобрести. По рекламным турам здесь совсем немного, так как у нас уже большая часть набрана. На данный момент свободные места есть по направлениям Вьетнам и Индонезия, остров Бали. Летим на авиакомпании Катар. Вот, соответственно, можете видеть и по стоимости, и сколько осталось мест. Поэтому обязательно подавайте заявку на участие на почту Sales, прикрепляйте свои паспортные данные, обязательно визитку, и мы рассмотрим вашу кандидатуру. Будем очень рады с вами съездить и обучиться. По нашему сайту все довольно-таки просто. Как я уже сказала в самом начале, раздел акции, вот он, вы видите на экране, сюда необходимо заходить перед бронированием, чтобы увидеть, какие акции вам доступны на данный момент. Вот, для раздела турагентств там же находится обучение, сотрудничество и все, что вам не онлайн. Вот, да, посмотрите по сотрудничеству, какие доступны вам здесь опции. Поэтому, если какой-то вопрос появился, вы можете именно здесь. В раздел страны вам необходимо заходить, если вы что-то подзабыли, да, обязательно есть эвакуация, которую вы можете получить, если вдруг возникли проблемы. Так, наземное обслуживание, да, это наш онлайн, так выглядит. Вы можете только отель. Отдельно можно приобрести билеты. Есть такая замечательная вещь у нас, как конструктор. И переходим к нашей стране, о которой мы сегодня говорим. Это, естественно, наш замечательный Таиланд, 4 часа, и валюта тайский бат. Язык, естественно, тайский, религия у них буддизм, РФ не нужна, сейчас поподробнее. Если срок пребывания до 60 дней, продление визы еще на 30 дней, это обязательно отдыхать чуть дольше. Валютная программа в 2000, можете видеть, из каких городов мы летаем, какие есть авиакомпании. Обязательно в поиске можете заходить и точечно выбирать, какая именно авиакомпания вам подходит больше, удобные рейсы, стыковки. Все это доступно в нашем подборе тура. Также мы приглашаем подписаться на наши социальные сети в Telegram, в ВК и, соответственно, WhatsApp. Подключение осуществляется через почту marketing@ambotis.ru. Присылайте ваши заявки, мы обязательно вас туда добавим, будем рады. Сейчас я потихоньку передаю слово представителю отеля Ирине Щепак. Центара Hotels and Resort.
Коллеги, доброе утро, добрый день. Приношу свои извинения за технические немножко сбои, не могли подключиться. Меня зовут Ирина. Я являюсь представителем сети отелей «Центара». Локально я базируюсь в Москве, вот, потому по всем вопросам вы всегда можете ко мне обращаться по московскому времени. Вот. Ну, это шутка. В принципе, вы можете обращаться в любое время, но отвечаю я, в принципе, в рабочее время на все вопросы. Итак, начинаем с моей любимой сети Centara Hotels and Resorts. Я, кстати, только вернулась с Таиланда недавно. Вот, была в командировке, смотрела отели, вот, чтобы, будем так говорить, вам рассказывать все со своего опыта. Итак, что такое Центара? Центара Hotels and Resorts – это тайская сеть, которая открыла первый отель свой 41 год назад в Бангкоке. И с этого началась история сети. За это время мы росли, развивались и выросли в большой бренд с, будем так говорить, с разными брендами, которые отличаются, собственно говоря, по своему уровню. Итак, начинаю сверху вниз. Центара Резерв – это наши люксовые отели. У нас такой отель пока месть один, он находится на Самуяне, о нем я сегодня расскажу. Это индивидуальный подход к каждому гостю. Дальше, Центара Грант, это наши пятерки. Грант означает большой, значит, это отели у нас большие, всегда у них классная локация. Почему говорю классная? Потому что это всегда или центр города, да, там, например, Бангкок, или это, например, на одном из лучших пляжей, или это в бухте, или это уединенный пляж. То есть это всегда хорошая-хорошая локация и богатая инфраструктура. Центара – это наши четверки. Наверное, правильно будет сказать, что больше всего этих четверок у нас это четырехзвездочные отели, курорты с превосходным обслуживанием и с хорошо оборудованной территорией. Дальше, Центара Бутик Коллекшн – это в тайском стиле бутиковый отель. Почему говорю отель? Потому что у нас он один, и он находится на Пхукете. Сегодня тоже о нем расскажу. Центара Лайф и Кози – это два бренда, которые, как бы у нас три звезды, но они отличаются. Центара Лайф – это отели, которые больше подойдут для семей с детьми, потому что там минимальная есть, ну как не минимальная, оптимальная даже, правильно сказать, инфраструктура, которая подойдет для семейного отдыха. И кози отели, наверное, это будет правильно сказать, экспресс-отели для активных путешественников, которые, да, бросили сумки и пошли гулять, отдыхать, веселиться. То есть отель чисто для ночлега, для того, чтобы покушать, отдохнуть между экскурсиями, либо же активным времяпровождением, да, в Таиланде. Потому что эти отели у нас только в Таиланде, а еще и в Лаосе есть. Минуточку, да, в Лаосе у нас еще открылся отель. Итак, наша география большая. В принципе, если у вас приходит запрос в Таиланд, и даже если это какая-то локация не совсем популярна, да, например, там Аютая, Чангмай, вы всегда можете вспоминать про Центар, потому что мы есть во всех провинциях Таиланда. Вот, в Бангкоке у нас 5 отелей разного уровня. У нас есть Гранды 2, у нас есть четверка, Уотергейт, у нас есть Центара Лайф. Хотела бы отметить, что вот этот отель Центара Лайф Пранакхон находится в исторической части и очень близко к достопримечательностям. Потому если у вас есть туристы, которые действительно едут смотреть достопримечательности, обращайте внимание на этот отель. Он бюджетный, но он очень хороший. Он новый, он у нас открылся в 2022 году. Все очень качественно, все очень красиво, уютно и с тайской улыбкой встречает, как я говорю. Центара Гранд, вернусь к пятеркам, находится в центре Бангкока, и Центара Гранд Лапрао находится в 30 минутах от аэропорта. Вот эти два отеля идеально подойдут для тех, кто хочет высокий уровень, и для тех туристов, которые хотят шопинг сделать на обратном пути, например, потому что рядом торговые центры. Возле Лапрао у нас два торговых центра больших, и центр World, он находится в самом центре, он примыкается к торговому центру, потому там тоже можно будет
хороший шопинг сделать. Итак, мы есть на Хуахин. Сегодня, к сожалению, я не буду рассказывать о Хуахине, но я как раз была на Хуахин. Вы знаете, хотела бы пару слов сказать о этом направлении. Наверное, это направление подойдет идеально для туристов, которые хотят что-то нового, которые хотят немножко такого, знаете, отдыха спокойного, но в то же время, знаете, как бы, ну, немножко аристократического, какого-то такого, знаете, царского, как можно сказать, королевского, не царского, королевского, извиняюсь, поправила себя. Потому что такой, это все-таки регион, куда королевская семья любит приезжать. Там все на действительно таком очень высоком уровне. Поэтому обращайте на Хуахин внимание, когда туристы что-то хотят новенькое, сменить локацию, например, потому что находится Хуахин недалеко от Бангкока, в принципе, там ехать где-то часа 4-3, ну, примерно, будем так говорить, и там действительно очень-очень интересно и классно. У нас там Центара Гранд, столетний отель в колониальном аристократическом стиле, с такой невероятно, знаете, такой атмосферой, ну, наверное, колониальная атмосфера, вот это будет, наверное, правильно сказать, роскоши и такого, знаете, нельзя, конечно, сравнивать его ни с чем, но мне почему-то он немножко Петергоф напомнил, потому что там сады, там очень много зелени, там как парк идет, вот все такое утонченное, конечно, нельзя сравнивать, то есть это разные вещи, но вот что-то мне это напомнило. И недорогой отель Центара Лачам, совсем такой бюджетный отель, но очень хороший, он пляжный отель, недорогой, есть инфраструктура для детей там и для взрослых именно в самом отеле. За территорией, к сожалению, ничего нет, нужно будет на тук-туке ездить. Итак, сегодня мы с вами отправимся в Паттайю, на Кочанг. Я расскажу про отели там. Мы заглянем на Краби, два отеля я тоже расскажу. Мы поговорим о Центара Резорт и о новом отеле Центара Лайф Резорт Самуи, который открылся 15 августа. Мы обязательно, и мы будем стартовать с Пхукета. Я расскажу о новом, ну, как бы, не то что новый, а реновированный отель, про Центара Корон, вспомним Центара Гранд Бич Пхукет и Ката. Мы есть и в других локациях, мы есть в Индийском океане. Это Мальдивы. Хотела бы сделать маленькое анонсирование, вдруг где-то кто-то пропустил новость. У нас был очень популярный отель на Шри-Ланке, Центара Сай Сенс. Этот отель больше не принадлежит сети отелей Центара. Просто хотела бы напомнить, анонсировать, что больше, к сожалению, не смогу помочь ни по каким вопросам. Он ушел под другой бренд. Но на Мальдивах мы откроем два отеля в ближайшее время. Центара Мираж Лагун Мальдивс и Центара Гранд Мираж Лагун Мальдивс. Ближний Восток, Дубай, Оман, Катар. И есть в Японии мы и в Лаосе. И последнее, о котором отеле я буду сегодня говорить, это Центара Мираж Муйне во Вьетнаме. Ну, а сейчас мы отправляемся с вами. Прекрасный остров Пхукет, один из самых популярных для российского туриста. Я считаю, он заслуженно популярный, потому что там действительно классно, веселая обстановка, будем так говорить, атмосфера, там хорошие пляжи, хорошие отели. Ну и в целом, мне кажется, действительно это отличный вариант для отдыха, с учетом того, что у нас туда прямой перелет. Вот. Итак, первый отель, о котором мы поговорим, вернее, нужно, наверное, вернуться, потому что не о всех отелях я буду говорить. Итак, Центара Гранд Бич Пхукет мы поговорим, Центара Вилас, Центара Корон и Центара Ката. И Майкал. Вот эти два отеля, Майкал Hotel Managed by Centara и Waterfront, я не буду рассказывать, но два слова скажу, что Майкал Hotel Managed by Centara – это очень бюджетный отель уровня 3 звезд. Он находится на Майкал, 15 минут от пляжа и 15, ну, пешей доступности, но можно тук-тук взять. И 15 минут езды от аэропорта. Для тех туристов, которые ищут бюджетный отель, данный вариант подойдет. Вот, Waterfront Suite Phuket by Centara – это апартаменты, в которых нет питания, это квартиры однокомнатные, ну, как бы с одной спальней и с двумя спальнями. Поэтому обращайте внимание на этот отель, апартаменты, он в центре Корона, рядом с пляжем. Уровень, я бы так сказала, 3 с плюсом 4 звезды, вот, наверное, такой уровень. Итак, отправляемся в Centara Grand Beach Phuket, это мой самый любимый отель. Мне кажется, в нем сочеталось все самое
Классная это локация. Мы находимся в самом начале пляжа Корон. Дальше ничего нету. Пляж не проходной. Отель на первой береговой. Лежаки у нас стоят прямо вот здесь. То есть сюда нельзя, но по границу отеля стоят пляжи, стоят лежаки, с которых открываются закаты, рассветы. Прекрасная атмосфера царит в отеле. Он веселый. Да, здесь нет анимации турецкой, как иногда у меня спрашивают, но здесь есть лайт, да, как мы говорили, такая лайтовая анимация. Например, в детском клубе есть активности для детей, есть активности для взрослых. Например, воркшопы у нас есть, там спа-воркшоп, цветы делаем. Есть вечерняя, будем так говорить, по выходным у нас проходит вечером во время ужина фаер-шоу, то есть шоу огней на пляже. Днем музычка идет в зоне бассейна, да, то есть такая непринужденная атмосфера, но здесь не скучно, нужно сказать. Итак, отель состоит из 261 номера, включая виллы. Вот здесь расположены 9 четырехэтажные здания. В каждом здании одинаковое количество номеров идет. И все типы номеров есть в каждом здании. Вот здесь у нас находятся виллы. У нас есть one bedroom и two bedroom villas. И есть royal suite. Есть отель для кого подойдет? Для любой категории туристов. Или эта пара едет, или это, собственно, семья с детьми, или это MICE, пожалуйста, можно тоже предлагать. То есть для любого туриста, для любой категории подходит данный отель. Если эта пара едет, для них есть такое релаксовое место, уединенный бассейн, который чисто идет для взрослых. Вот здесь он находится тихий, без детей, и здесь прекрасный вид на море, то есть он немножко на возвышенности стоит. Далее. А вот для семей с детьми, где более такое тусовочное место, это вот здесь. Здесь у нас ленивая речка, здесь у нас бассейны, здесь у нас детский клуб находится, барчики, вот здесь ресторанчики. И есть важный момент для тех, кто ищет, например, теннисный корт. В отеле есть теннисный корт, он находится вот здесь. Итак, сюда пошел Корон. К инфраструктуре, наверное, идти 10-15 минут к самому центру Корона, к ближайшим кафешкам, ресторанчикам, наверное, минут 5-7 идти, кто как ходит. Но нужно учитывать то, что отель немножко с горы, ну, как бы нужно будет идти с горы, если туда и обратно чуть-чуть на горку. По трассе. Трасса там, ну, где-то 20 метров идет. Дальше ты спускаешься к пляжу, и там идешь уже под, будем так говорить, по зеленой территории. Итак, поехали дальше. Наверное, нельзя не отметить, что отель действительно как бы такой уникальный отель, да, в нем все самое лучшее есть для отличного отдыха. Напомню, что помимо ленивой речки еще есть и водные горки для детей, и спа Сен-Вари. Это наша визитная карточка, как я говорю, во всех отелях у нас присутствует спа Сен-Вари. И 7 ресторанов и баров, включая Starbucks для любителей данного бренда кофе. Итак, по категориям номеров. Сразу хотела бы отметить, что в базовой категории номера Deluxe и Deluxe Ocean View мы можем расселить 2 плюс 2, 2 взрослых и плюс 2 ребенка. Вот. Далее у нас идут номера Premium, Deluxe, Premium Deluxe, Deluxe Spa и Deluxe Spa Ocean View. Это номера, которые селят только 2 человека. То есть, если уходят вот эти номера, тогда следующий, ну, я имею в виду, уходят на стоп, тогда следующий мы бронируем данной категории номера. И если это семья с детьми, тут нужно будет 2 номера. Премьер спа – это следующая категория номера, которая может поселить 2 взрослых и 2 ребенка. И у нас есть Deluxe Suite Private Pool и Premier Suite Private Pool, которые находятся на первом этаже. Все эти номера. В чем разница? Разница в месторасположении и немножко разница как сказать, площади. Там большой идет такой балкон, и он угловой. И есть вилла one bedroom и two bedroom. Если большая семья,
Мы выбираем two bedroom, но нужно отметить, что их не так уже много. Там можно 5, либо же 4 плюс 3. Либо же вилла one bedroom, если double-double, ну такой тоже у нас номер один. Там можно 3 взрослых, либо же 2 плюс 3. Итак, как выглядят наши номера? Базовая категория deluxe, вот так она выглядит. Deluxe есть double-double. Как раз на картинке изображено две кровати размером 1,40 м на 2. И есть диван. Диван является дополнительным спальным местом, бесплатный. Вот это только в Deluxe и в Deluxe Ocean View. В этих двух категориях есть диван, который застеляют. Вот, обращаю ваше внимание. Итак, данные категории номеров Deluxe и Deluxe Ocean View находятся на втором и на третьем этаже. Дальше у нас идет премиум Deluxe и Deluxe Spa. Премиум Deluxe у нас идет угловой. Он тоже находится на втором и третьем этаже. Да, но они у нас угловые. То есть угловые, и там получается большая, здесь видно на картинке, большой балкон угловой. Deluxe Spa, Ocean, Deluxe Spa. Эти номера у нас находятся тоже на четвертом этаже. И дальше идет спа. Что означает спа? Прошу прощения, что не сказала. Это означает, что на балконе у нас находится джакузи. Вот. Далее, премьер спа. Эти номера у нас идут тоже угловые, и они находятся на четвертом этаже. Прекрасный вид. Вот, наверное, с этих категорий номеров я бы сказала, что здесь действительно красивый вид идет на море, потому что все-таки высокий более этаж, инфраструктура, конечно, ты будешь видеть, но и будет красивый вид на море. Премьер спа есть дабл-дабл, две кровати, либо же king-size bed. Далее, Deluxe Suite Private Pool и Premier Deluxe Suite Private Pool. Все эти номера у нас на первом этаже. Но Premier Deluxe Suite Private Pool, они угловые. И за счет этого у нас получается большая, ну, как бы, терраса. Вот, обращайте внимание, туристы, в чем разница. А в Deluxe Suite получается сразу ты выходишь, и у тебя, в принципе, там, ну, как бы бассейн идет, нету где разбежаться, будем так говорить. Вида на море, наверное, только в нескольких номеров есть, ну, как бы такая опция. Потому, пожалуйста, не обещайте туристам, что будет видно море вот как на сайте, на картинке, потому что это не гарантированно. Если кто-то хочет как бы прям Ocean View, тогда Deluxe Ocean View бронируем вторую категорию номера, где гарантированно будет Ocean View, то есть видно море. Дальше, вилла One Bedroom и Two Bedroom. Они, в принципе, одинаковые, большая гостиная и в two bedroom у нас две спальни, одна с king size bed и одна с двумя раздельными кроватями. Double-double. Это не твин, это полуторки совдеповские, да, будем так их характеризовать. Вот, если это one bedroom, то будет только одна спальня с king size bed. Или же у нас есть один номер с двумя раздельными кроватями, но он всего один. Потому такое размещение нужно всегда вообще виллы под запрос запрашивать. Ну и бассейн прекрасный, с такой небольшой террасой. Виллы отдельно стоящие. Все гости, которые проживают в виллах, имеют доступ в клубный лаунж. Клубный лаунж – это отдельная зона, где чекин, чекаут проводят и где есть завтрак. Дополнительный завтрак, то есть у туристов будет на выбор, либо же они идут в международный ресторан, либо же они идут на завтрак в лаунж. И перекусы в течение дня, даже не так, неправильно я сказала, в течение дня напитки, а вот вечером уже будет happy hour, как они, коктейли, ночной суп, перекусы, им ближе к вечеру. Поэтому обращайте внимание на такой бонус туристов. По ресторанам и барам. 7 ресторанов и баров, 2 а-ля карт ресторана, 1 международный ресторан. Есть бар возле бассейна, одного, второго, и есть Starbucks. По планам питания мы предлагаем халборд и фулборд. Пожалуйста, можете тоже предлагать туристам. Но я бы, наверное, отметила, что халборд будет более актуальным для этого отеля. Ужин можно менять на обед. Туристы, в принципе, которые едут к нам в отель, они будут проводить свое время в течение дня всегда в отеле, наслаждаться инфраструктурой, но за исключением каких-то экскурсий. А ближе к вечеру они будут выезжать. В принципе, так и есть, как я наблюдала за нашими туристами. Европейцы все в отеле сидят вечером, а наши куда-то выезжают.
Вот, потому, в принципе, имеет место быть. Если это ужин или обед, то мы сервируем сет-меню. То есть туристы, ну, как бы туристы приходят, выбирают из меню три блюда. Это суп-салат, это основное блюдо и это десерт. Если в отеле вечером проходит шведский стол, в основном это выходные дни, пятница, суббота, ну, либо же воскресенье, в зависимости от загрузки отеля, тогда сервируется шведский стол. Вот, и туристы могут пойти на шведский стол. Но это не каждый день, обращайте внимание, туристы. То есть у нас нет шведского стола на обед, на ужин, только на завтрак. А на ужин несколько раз в неделю. Для детей есть детский клуб, есть и зона для тинейджеров, есть горки, есть ленивая речка. Для взрослых мы можем предложить спа с прекрасными процедурами, спа с инвари, ну и прекрасная улыбка тайских моих коллег, которые максимально клиентно-ориентированы и всегда помогут, если что, какие-то есть сложности. По депозитам. Во всех отелях Центара есть депозиты. В этом отеле, как бы в пятерках повыше депозит, начинается от 200 долларов и в зависимости от того, сколько туристы будут жить. Например, 6 ночей 200 долларов, 9 ночей уже 300, 400 долларов и пошли выше-выше, но больше 800 долларов, в принципе, не берут, если это там 3 недели. Если у вас туристы едут с двумя номерами, но это семья одна, можно в принципе, мне написать и попросить, чтобы депозит сделали как за одну комнату. Но желательно это заранее написать, там, например, за 5 дней, за 3 дня, вот так, чтобы я могла согласовать это с отелем. Отказаться от депозита нельзя, он обязательный, оставляйте в долларах и забираете тоже в долларах, что очень удобно. Итак, далее, Центара Виллас Пхукет, это отель уровня 4 звезды. Он находится рядом с отелем Центара Гранд Бич Пхукет, но он находится на горе. То есть, если мы вспоминаем картинку, да, первую картинку Центара Гранд, то он находится с левой стороны вверху. Лайфхак рассказывает, туристы, которые живут в Центара Виллас, могут пользоваться территорией Центара Гранд Бич Пхукет. Это действительно плюшка классная, это большой бонус, то есть вы платите за 4 звезды, но получаете максимум, да, от 5-звездочного отеля. То есть пользуетесь инфраструктурой, бассейнами, ленивой речкой, горками, пляжем, то есть полностью можно инфраструктурой пользоваться. Питание в данном случае будет за доплату. Вот, то есть питание не покрывается. Итак, Центара Виллас, для кого этот отель? Этот отель в первую очередь для спокойного отдыха, скорее я бы сказала для пар, для тех туристов, которые хотят просто релакса, тишины, спокойствия, заняться собой, походить в спа, лежать возле бассейна, либо же там отправиться, да, там разнообразить свой отдых, отправиться в Центара Гранд Бич Пхукет, да, чтобы, ну, как бы на пляже полежать. То есть больше для спокойного отдыха. Я не могу сказать, что этот отель подойдет для семей с детьми, но у нас живут и с детьми. Почему? Потому что, во-первых, у нас 2 плюс 1 – это максимальное размещение в виллах. И второй важный момент, что придется ходить по тропинке, то есть вверх-вниз. Не совсем удобно, наверное, будет с детьми. Вот, потому данный нюанс нужно учитывать в первую очередь. 72 виллы, все отдельно стоящих, коннектов здесь нет. Кстати, забыла сказать по поводу коннекта в Центара Гранд Бич Пхукет. Вернемся к нему. В Центара Гранд Бич Пхукет коннекты через балкон. То есть в Центара Гранд Бич Пхукет нету межкомнатной двери, люди проходят через балкон. Коннекты есть. Если кому-то нужна прям подробная информация по коннектам, вы можете мне написать, я поделюсь файлом. Или вам Боди спишите, а у них тоже есть файл, они могут поделиться по всем коннектам в сети отелей Центара. Но возвращаемся в Центара Виллас Пхукет. Коннекта у нас нету, но если у вас, например, да, все-таки летит семья с такими более взрослыми детками, да, там 12-15 лет, допустим, да, там 10 лет, что уже, в принципе, как бы не будет преградой вот этой тропинки, да, которая спускается вверх-вниз,
то, в принципе, можно попросить виллы рядом. Они будут рядом стоящие, но не коннект, но в данном случае нужно бронировать одинаковые категории номеров. То есть, если это Ocean View хотят, значит, Ocean две категории. Если это Garden View, то две Garden View. Что на территории отеля есть? Два бассейна, ну, один в другой переходит, каскадный, будем так говорить, спа-сен-вари прекрасный, зеленая территория и ресторанный бар есть. Вот, по размещению, как я сказала, 2 плюс 1 – это максимум. Базовая категория Deluxe Garden View, Deluxe Ocean – это следующая категория, они более повыше. Плюс нужно учитывать не только ходить, например, в Центару Гранд, да, по тропинке, но и по самому отелю, так как он каскадом идет, то есть ресепшн наверху, много категорий номеров находится внизу, да, и то есть придется много ходить даже по территории отеля. Там много ступеней, потому, наверное, все-таки для семей с детьми, в особенности дошкольного возраста, будет немножко сложно. Да. Вот. Не совсем удачный будет вариант, как мне кажется. Вот. Далее. Deluxe Spa у нас есть с джакузи. То есть они, в принципе, все одинаковые номера, но есть вот такие вид другой, джакузи стоит. И последняя категория Deluxe Private Pool с бассейном. Вот. Также еще отель хорошо подойдет для тех туристов, которые хотят в виллах жить, да, не в зданиях, да, где через стеночку у тебя кто-то есть, а именно для тех туристов, которые хотят в отдельно стоящих виллах. Вот этот вариант действительно подойдет. Ресторан Клиф, спа Сен-Мари. Здесь отдельная, знаете, такая моя любовь к спа. Я даже говорю, что туристы, которые едут в Центара Гранд, сходите в Центара Виллас Пхукет именно на процедуры в спа. То есть там шикарный вид открывается на весь Корон. То есть это невероятная атмосфера царит именно в спа в данном отеле. Еще важный момент. Если ваши туристы хотят заранее посмотреть стоимость процедур в спа, забронировать, они могут это сделать на официальном сайте спа-санвари. Вбивают спа-санвари, вбивают название отеля, там есть, да, выбрать можно, и смотрят прайс, лист, что почем, и могут даже забронировать. Пожалуйста, без предоплаты. Проводятся там акции, например, бронируй там заранее за 2 недели, грубо говоря, и получи там 15-20% скидка на процедуру. Мелочь, ну, как бы даже не мелочь, это хороший бонус, как бы я сказала. По питанию. У нас здесь есть халборд и фулборд, но нужно учитывать то, что придется кушать только в одном ресторане. Если туристы едут на долгое время, а в принципе наши туристы едут на долгое время, наверное, будет немножко скучновато в Центара Виллас питаться в одном ресторане. Потому, в принципе, больше я рекомендую ехать на Биби традиционно, как ездят все, в принципе, там, в Таиланд, тем более на Пхукет. К инфраструктуре в Центара Виллас нужно учитывать, что придется ездить. Ехать там минут 10, наверное, максимум 10, может быть, к самому центру, ну, минут 10, да, но придется ездить, потому что все-таки он на горе находится, и по трассе ты особо там не пойдешь. Или же мы идем в Центара Гранд Бич Пхукет, из Центара Гранд Бич Пхукет тогда можно уже дойти, но вечером, наверное, это будет сомнительная история, плюс калитка закрывается в 7 часов вечера между Центарой Гранд, ну, или и Центара Виллас. Вот это тоже такой важный момент. То есть там есть калиточка, которая идет в Центару Гранд. Есть шаттл-бас-сервис, но он под запрос, он бесплатный, вот, можно его как бы запросить, но вот какого-то определенного расписания на самом деле нету. Вот. Дальше. Едем с вами на Корон. В следующий отель, вернее, мы на Короне, едем в следующий отель, в самый центр Корона. И я рада вам рассказать о нашем Центара Корона, резорт Пхукет, который закрыт на реновацию, но 1 декабря мы открываемся. Мы открываемся вовремя, без каких-либо сдвигов. У нас даже есть такая информация, что даже раньше отель, как soft opening, открывается чуточку раньше, на 2 недели, но официальное открытие у нас 1 декабря. То есть смело бронируйте, не бойтесь, все будет хорошо. Вот, что мы предлагаем сейчас в отеле? Отель полностью меняет концепцию, будет 4 эксклюзивные зоны.
для разной категории туристов. То есть, в принципе, этот отель можно и для пар, и для семей с детьми, и для компании друзей, и, в принципе, даже для Майса можно предлагать. Итак, The Terrace – это главное здание, это модная, динамичная атмосфера, тусовочная атмосфера, там будет бар, ресторан, то есть такая более шумная, как я говорю, атмосфера, и где основное количество разных категорий номеров будет находиться. Дальше, The Lagoon, это детская зона, где будут всевозможные развлечения для детей. The Tropical – это тихая зона для тех, кто хочет тишины, спокойствия и без детей. Вот. И The Villa – это приватная зона, мы настроим еще 50 вилл. Их открытие будет во втором квартале 2025 года. Хотела бы отметить, чтобы вы не боялись того, что как бы, да, отель 1 декабря открывается, а виллы мы откроем во втором квартале. Все основные работы будут сделаны. И будет уже внутренняя отделка, которая абсолютно никак не будет мешать ну, как бы, туристам, которые приехали в отель, да, с 1 декабря и по второй квартал 2025 года. Вот. Что еще в этом отеле? У нас будут семейные номера с двухъярусными кроватями, что очень хорошо. И хотела бы еще отметить по локации. Мы находимся в самом центре Корон. Пляж, будем так говорить, через дорогу, минут, наверное, ну, 7 идти, 5-7 минут, кто как ходит. Но, в принципе, это никогда не мешало. Прекрасная локация, выходишь, все как на ладони, и пляж, в принципе, тоже пешей доступности. Итак, карта, макет курорта, как все выглядит. Здесь мы приезжаем, ну вот парковка, вот это идет зона The Terrace, здесь главное здание, девятиэтажное, мы его не сносили, ничего, мы просто ремонт сделали. Здесь будет бистро гриль, и это зона именно The Terrace. Дальше у нас The Lagoon, вот эта зона, где будет веселая, шумная зона. Здесь бассейн будет, ленивая речка, горки, детский клуб. Все находится вот здесь. И Tropical, здесь находится, будем так говорить, тихая зона релакса. И здесь же находятся трехэтажные здания. Вот здесь и вот здесь это трехэтажные здания, где будут тоже разные категории номеров. Ну, в принципе, не сильно там много, больше, наверное, здесь. И виллы у нас находятся вот здесь. Вот эта зона, это будет зона вилл, приватная зона, там будет отдельный чекин, чекаут, там будет лаунж, все будет отдельно. Здесь спа-санвари, и у нас еще будут переговорные комнаты. Итак. По питанию будет предлагаться халфборд, фудборд, два ресторана, четыре бара. Возле каждого бассейна будет бар. Вот. Тайская, международная, итальянская кухня. В принципе, мы немножко разнообразили, нежели было это до этого. В принципе, в данном отеле, мне кажется, имеет место быть, брать халфборд. Почему нет? И ужин, в принципе, можно не менять, так как туристы могут, в принципе, ну, либо же менять, в зависимости от того, какой у них план, да, там, быть целый день на пляже, например, к вечеру прийти в отель и поужинать в отеле, либо же наоборот, быть целый день, например, в отеле и ужин поменять на обед и вечером пойти погулять, да, то есть, в принципе, имеет место быть халборд. Вот, что мы еще предлагаем? Будет и зона для тинейджеров, а вот она с левой стороны, детский клуб современный, интересный, интерактивный, будут всякие развлечения там для детей, сплэш-зона у нас, детский бассейн, горки. Потому, в принципе, для детей это будет действительно такой классный рай для отдыха. Дети любят бассейны, как показывает практика, больше, чем море порой. Вот так это все выглядит. Если мы посмотрим, вот бассейн, да, как они говорят, shallow pool, он будет в форме немножко ленивой речки. Но это я так говорю, в принципе, нельзя так рассказывать. То есть он получается таким полукругом, в середине остров, здесь мостик, то есть такой бассейн, круг, ну, полукруглый, видите, как ленивая речка. Это мое такое видение. Дальше будет
для самых маленьких лягушатник бассейн. Вот. И если мы посмотрим на вторую зону Tropical, будет бассейн, вокруг него лежаки и барчик здесь. То есть такая, ну, как бы такая лайтовая, спокойная зона для отдыха. Вот, спа-санвари, конечно же, у нас будут авторские массажи, комплексные процедуры, все это можно будет попробовать. Фитнес-центр, который будет работать, насколько я помню, круглосуточно, но могу ошибаться. Зал для йоги, растяжки, будет тоже йога по утрам в этом отеле. Вот, потому обращайте внимание туристов, кто хочет совместить приятное с полезным, в принципе, можно будет йогой заняться тоже в отеле. Это детская зона, детский клуб и зона, как она будет выглядеть схематически. И поехали по номерному фонду, потому что я вижу, что бронируют уже. Есть вопросы. Давайте сейчас разбираться. Итак, Superior City и Ocean View. Это две разные категории номера. Все одинаковое, но вид будет другой. Ocean View, нужно понимать, что это не так, что вышел, и сразу море видно. Ocean View, это будет так немножко вдалеке все-таки. Потому что море все-таки через дорогу идет. И это будет, в принципе, высокий этаж, если это Ocean View. Есть такие номера в конфигурации King, Double Double и Twin. Если это Double Double, то мы можем поселить 2 плюс 2. Вот здесь, кстати, показан Double Double. Все здесь закрывается, потому что мы так смотрели, что вроде не закрывается. Нет, вот эта дверь закрывается, туалет закрывается, но здесь, да, нужно понимать, что немножко как более открытое пространство, и умывальник, в принципе, идет как бы не закрыт, открытого плана. В каждом номере будет диван, который может быть спальным местом для ребенка до 12 лет. Вот, и в этих номерах есть балкон. Дальше, Deluxe Ocean View, Terrace Building, опять это главное здание. Данный тип номера, новый тип номера, и здесь так, они будут расположены на 9 этаже. Они есть в конфигурации King и Twin, две односпальные кровати. В чем здесь есть, ну, как бы такая... Фишка, как я говорю, да, есть общая галерея, коридор. Вот здесь картинка, здесь хорошо видно, что здесь витражи, здесь диванчик. Это коридор. И с него мы заходим, это вот здесь, вот. С него мы заходим прямо в номер. То есть это общая зона для всех гостей, которые живут в данных типах номеров. Можно посидеть, порелаксировать, автопати мини устроить, если не будут другие туристы жаловаться. Ну, я образно говорю. Вот, то есть это общая доступная зона. Окно в данном случае будет вот здесь. И здесь же будет находиться диванчик, который выступает дополнительным спальным местом для ребенка до 12 лет. Но балкона в этих номерах не будет, чисто окно с видом на океан, Ocean View. Дальше, Deluxe Pool View, находится в зоне лагун. То есть это трехэтажное здание. Такие номера у нас есть King и Double Double. Если Double Double 2 плюс 2, мы можем поселить. Если это King, то там есть дополнительное спальное место, диван. Если это Double Double, то диванчика нету. То есть на одной кровати два человека спят, и на другой кровати два человека спят. Также данной категории номеров у нас есть на первом этаже. И если первый этаж, то будет выход к бассейну. Отдельно категорию номера мы не выводили. Будем так говорить, что первый этаж, там, например, Deluxe Pool View, Pool, ну или Pool Access, мы такого не выводили. То есть это получится, получится, не получится кому-то дать, не получится. То есть, в принципе, подтвердить на этапе бронирования первый этаж невозможно. Премиум Deluxe Pool View. Эти номера находятся в зоне Tropical. Это трехэтажное здание. Есть King, есть Double Double. В принципе, все то же самое, как и в предыдущем номере. Диван выступает дополнительным спальным местом. Номера на первом этаже имеют выход к бассейну, но только это другая зона идет. Итак, Deluxe Family Studio Pool View.
Это новый тип номера. Он с двухъярусной кроватью для детей и такой мини-комнатой. Ну, я говорю так иногда в шутку, чулан. Вот, окно здесь есть. Вот, для детей, потому что тоже спрашивают, есть ли окно. Здесь двухъярусная кровать, здесь небольшая такая гардеробная, столик, два пуфика и такая отдельная зона для детей. И основная комната, где диван стоит и тут спальная кровать. Они только у нас с king size bed, данный тип номеров. Есть номера на первом этаже в том числе. И диван можно использовать как дополнительное спальное место. То есть здесь мы можем поселить два взрослых и три ребенка в данном категории номера. Так, виллы. Здесь мы хотим показать, что у нас какие они будут. Будут все со собственным бассейном, но пока мы они в стадии строительства, и в продаже пока этих номеров нету. То есть все в пути, но это все будет. А как я отметила, закрытая зона, только регистрации, лаунж только для исключительно гостей виллы, где будут сервироваться еда, напитки. Итак, по Центара Корон у меня все. Депозит здесь тоже будет. Все будет зависеть от того, сколько ночей будут жить туристами. Начинается где-то $100. Так и Центара Вилос, потому что я не сказала. Все то же самое. Центара Ката. Действующий отель идеально подойдет для семей с детьми, ну, мне кажется, потому что хотя, наверное, я поспешила сказать, идеально, да, но для пар можно тоже его смело предлагать, потому что есть отдельная зона для взрослых. Отель веселый, в отеле классная локация, Ката прекрасный, прекрасный пляж на Кате для детей, да, хороший вход. Поэтому, мне кажется, Ката вот для семейного отдыха один из лучших вариантов. На территории отеля у нас три бассейна. Один, как мы говорим, со слониками, один с горкой. Здесь есть горка, есть вот такие, есть такое джакузи. Вот, а он находится в нескольких минутах ходьбы, но это, наверное, громко сказано. Идти минут, наверное, 10, но мы предоставляем шаттл-бас-сервис, который курсирует, в принципе, по графику довольно часто в сезон, раз в час, насколько я помню, когда в межсезонье, да, все, тогда будут смотреть по загрузке. Могут, например, в обеденное время там раз в 2 часа, например, пустить. Но, в принципе, они смотрят, если туристов много, то делают дополнительный, например, поездку на пляж. Итак, есть детский бассейн с водной горкой. Есть водная игровая площадка, сплэш-зона для детей, есть детский клуб с прекрасной площадкой под открытым небом, но с тентом. То есть хорошо, ну, хорошо то, что да, там ребенок, ну, будет закрыт от солнечных лучей. Три ресторана, два бара на территории отеля. Есть питание half-board, full-board. Наверное, в этом отеле имеет место быть half-board, потому что, в принципе, отель находится, ну, как бы рядом с инфраструктурой. И фулборд, наверное, будет не совсем правильно взять, потому что там будет питание всегда в одном ресторане. Наверное, туристам будет немножко скучно. А вот халборд для тех туристов, кто хочет взять там заранее, да, предоплату за, например, за какой-то, да, там за ужин условно, то, в принципе, можно не отговаривать, будем так говорить. Вот, они могут менять ужин на обед в зависимости от своего плана на день. Итак, Deluxe Garden View – это базовая категория. Нужно учитывать то, что в данной категории номера мы селим 2 плюс 1, King у нас, либо же Twin. Twin – две раздельные кровати, одна спалки. Есть Deluxe Pool Access, есть Family. Family как раз для двух взрослых и двух детей идеально подойдут. Там две кровати размером 1,40 м на 2. И у нас есть One Bedroom. One bedroom и two bedroom family suite, что хорошо для тех семей, которые ищут кухню, потому что в one bedroom и в two bedroom у нас есть кухня с варочной панелью, то есть можно готовить супчик, борщик, а вот кто соскучился по еде, либо же очень удобно с маленькими детьми. Вот так выглядит базовая категория номера Deluxe Garden View.
Такая же есть Deluxe Pool Access. Pool Access – это будет, значит, первый этаж и с доступом прямо сразу в бассейн. И One Bedroom или Two Bedroom, они, в принципе, выглядят одинаково, нижняя картинка, да, только в Two Bedroom появляется еще одна спальня с двумя кроватями. Вот здесь обеденная зона и здесь мини-кухня. Тостер, вытяжка, варочная панель, микроволновка и холодильник. Вот, гостиная, вот этот диван, кстати, очень хотела бы остановиться, как его можно использовать. Итак, диван раскладывается. Диван раскладывается как? Вот здесь вытаскивается еще одно спальное место. То есть получается, что детки, ну, спят вот так. Здесь мы можем поселить 2 плюс 3, и если третий ребенок, либо же ему нужно брать все-таки доп. Кровать. Если третий инфантик, да, там до 2 лет, то мы поставим для третьего ребенка инфанта детскую кроватку. Вот. А дети могут спать на вот таком диване. То есть, в принципе, мне кажется, для разнополых детей даже очень хорошо, что они будут как бы, да, на такой как бы ступенькой, будем так говорить, отдельное будет у каждого спальное место. Вот. Вот такая вот история. Итак, это территория. Сплэш-зона, вот такая полоса препятствий, бассейн со слониками, бассейн с джакузи, с горкой. И есть отдельно бассейн для взрослых. У меня его нет на картинке, но он отдельно стоящий, называется спа-пул. И, собственно говоря, где тишина, спокойствие, где детей нету. Депозиты в отеле есть. Вот, и поехали дальше. Майкао Dream Villas Resort and Spa. Мы сейчас отправляемся с Каты ближе к аэропорту на Майкао. Это отель бутиковый, который в тайском стиле. Он находится в заповедной зоне. Знаете, ассоциация у меня этого отеля, как будто бы ты приехал на дачу, на тайскую дачу, как я говорю. Хвойные деревья, виллы отдельно стоящие, большие виллы. Такая непринужденная атмосфера здесь. Первая береговая. То есть нужно даже акцентировать внимание, что, в принципе, такие лежаки и гамаки ставят прям близко-близко к морю. Но Майкао все-таки это пляж, которым глубина сразу идет. То есть это тоже нужно учитывать, если едут гости с детьми. Он подойдет как для семей с детьми, прекрасный вариант, так и для пар, пожалуйста. Но для мальца, конечно, не подойдет. То есть и для, наверное, шумных компаний это тоже будет не тот отель, который нужно выбирать. То есть 22 виллы с прямым выходом к морю, просторные виллы 450-650 квадратов, one bedroom, two bedroom и three bedroom. И все виллы у нас идут с бассейном и с кухней. Тоже такой маленький нюанс. На территории есть общий бассейн, джакузи, лягушатник для детей, детская комната, спа-санвари. К аэропорту 15 минут, и на территории 3 ресторана и 2 бара находятся. Итак, базовая категория, ну как базовая в таком отеле, вилла one bedroom, первая категория, будем так говорить, вилла one bedroom, private pool, beachfront. Вот, кстати, если вы видите, что beachfront, есть у нас вилла two bedroom beachfront и вилла one bedroom beachfront. Вернусь к общей картинке, они находятся все вот здесь. То есть это первые виллы ближе всего к морю. А все остальные три bedroom у нас находятся, one bedroom, который не beachfront, они находятся вот здесь. Так, значит, вилла one bedroom 3 взрослых, либо же 2 плюс 1. Если two bedroom 5 взрослых, либо же 4 плюс 2. И 3 bedroom 7, либо же 6 плюс 2. То есть для больших семей очень хорошо подходит этот отель. Вот так выглядит номер, базовая, первая категория виллы, большая гостиная, видите, роспись в таком тайском стиле, полностью оборудованная кухня, здесь есть и кофемашина, здесь есть варочная панель, холодильник, вся посуда, вся утварь, чайник, микроволновка, то есть, в принципе, все можно как и самому готовить, так и за доплату пригласить повара, который может все приготовить. В two bedroom появляется еще одна спальня, которая, собственно говоря, с двумя кроватями, вот, и здесь вот beachfront показано, то есть это не прям как вот на Мальдивах раз и сразу в море, а это все-таки нужно как бы пройти пляжу, все-таки пройти через деревья. Вот, и 3 bedroom,
Это вилла двухэтажная, здесь два бассейна, три спальни. Вот огромнейшая вилла. И, кстати, если у нас один там из гостей спит в гостиной, то в гостиной будет тоже отдельный душ и туалет. То есть не нужно будет пользоваться, да, у кого-то там спальней. То есть очень важный момент. Большая вилла для больших семей идеально подойдет. Во всех виллах есть бассейн, повторюсь, кухня, есть зона для принятия солнечных ванн с лежаками, даже диван есть. То есть такой вот отель. Я не могу сказать, что это уровень 5 звезд Deluxe. И, пожалуйста, не предлагайте гостям, туристам, которые летят на, будем так говорить, на бизнес-классе и фаст-трак, потому что это немножко не тот уровень. Мы такая базовая пятерка, либо же 4 Deluxe. Вот, наверное, в этом категории данный отель. То есть хороший, приятный отель. Здесь тоже йога есть, здесь есть тоже вечерние активности. Не каждый день, но тоже фаер-шоу устраивается. Сезон более активный, нежели, да, там, межсезонье. Вот. Он не скучный, но он для спокойного отдыха все-таки отель. Итак, по Пхукету у меня все. Мы сейчас с вами отправимся на Краби. У нас на Краби 5 отелей. Центара Гранд Бич Резорт Вилла с Краби. Это наша пятерка. Это уникальный отель, который находится в бухте. Есть две четверки. Центара Анда Деви, Центара Аунан. Хотела бы немножко сказать про Центара Аунан. Он открыт в 2019 году. Сегодня о нем не буду говорить. Но хотела сделать важные такие заметки. Мы находимся на Аунанге, прямо на пляже. Это первая береговая. Пляж общественный, но он прямо рядом. Рядом вся инфраструктура. Отель свежий, новый. Идеально подойдет как для семей с детьми. Там отдельный бассейн с горками есть, детский клуб есть, и зона для тинейджеров, так и для пар. Барчики, ресторанчики, то есть как и в отеле, пожалуйста, так и за пределами отеля. Прям выходишь, сразу все как на ладонь. Но отель нужно бронировать очень-очень заранее этот. Он классный, он, кстати, такой веселый, немножко тусовочный. Все-таки там и танцы проводят, акваэробика там есть. То есть, в принципе, как бы это достойная четверка, качественная четверка для семей с детьми, либо же для пар. Но заранее бронируем. Вот, Центара Лайф Пупано Резорт Краби. Бюджетный отель, он минут 20 минут от пляжа находится, либо же мы шаттл-бас предоставляем. Бюджетный отель, но он очень тоже свежий, новый, качественный. И там прекрасные пейзажи открываются. Там все минимум, один ресторан, один бассейн, один лягушатник. Но для туристов, которые, да, там хотят спокойный отдых и не привязываются к пляжу сильно, можно, в принципе, данный отель предлагать. И Кози Краби. Про Кози я расскажу в Паттайе. В принципе, Кози Краби такой же, как и в Паттайе, просто локация другая. Итак, Центара Гранд Бич Резорт Виллас Краби находится в уединенной бухте. Я говорю на этот отель, что это джунгли отель. Он, знаете, ну, это национальный парк. Тоже нужно отметить, и там обезьянки могут быть, еще другие какие-то животные, потому нужно двери на виллах закрывать, двери, окна, ну, витражи, чтобы никакая обезьянка не залезла, ничего с мини-бара не съела. Вот, 192 номера, есть виллы, не только обычные, да, люксы, но и виллы. Шикарный пляж, уединенный пляж, но нужно отметить, что все-таки туристы приходят туда с других отелей чисто пофотографироваться, потому что там действительно такое инстаграмное место, но не могу сказать, что там купается. Вот, все лежаки стоят на территории отеля, обращаю внимание. Вот, что по номерному фонду? У нас базовая категория Deluxe, Garden View, есть King, есть Double Double, Double Double 2 плюс 3 мы можем поселить. Вот, есть Deluxe Spa с джакузи, есть Ocean, они повыше идут, все номера идут каскадом, есть премиум Deluxe, есть премиум Deluxe Spa Ocean View с джакузи. Кстати, в этом отеле джакузи — это действительно классная фишка. Вот, я жила в номере именно с джакузи, я это оценила. Правда, даже с номера не хочется выходить, то есть ты лежишь у себя в джакузи, просто наслаждаешься своим коктейлем, его же чашечкой кофе,
и отдыхаешь просто вот мозгами, наверное, телом, вот просто отдых идет прекрасный. И есть виллы, как one bedroom, так и two bedroom. Итак, немножко с картинками. Итак, Deluxe Ocean Facing. Данная категория номера, как я сказала, есть в King and Double Double. Вот так это все выглядит. Во всех, в принципе, во всех номерах есть такая, как сказать, верандочка. Вот она как раз показана в премиум Deluxe Ocean View. Она здесь угловая. Если это базовая категория, она просто, ну, идет не угловая, а такая маленькая, да, ты заходишь, такой у тебя верандочка идет. Вот, где можно полежать, где можно выпить чашечку кофе, ну и потом зайти в номер и закрыться, чтобы обезьянка не зашла. И премиум Deluxe Spa Ocean View с бассейном, прошу прощения, с джакузи. Вот на балконе они у нас тоже угловые, то есть там большая такая идет терраса. И помимо этого там еще идет и такой верандочка такая идет. Вот. Есть виллы, one bedroom, two bedroom, есть beachfront, есть ocean view. Beachfront, это они внизу стоят, а ocean, они находятся на возвышенности. В этом отеле тоже много придется ходить, либо же брать этот машину вызывать, да, электрокар, то есть можно тоже бесплатно передвигаться, пожалуйста, на усмотрение туристов, гостей. В виллах у нас гостиная и спальня отдельно, если это как бы one bedroom, если two bedroom, то две спальни. И бассейн идет зоной для принятия солнечных ванн. По ресторанам и барам. Ну, здесь, наверное, можно смело брать фуллборд и халфборд, потому что, собственно говоря, выйти, ну, как бы некуда. Единственный способ поехать, поплыть можно к инфраструктуре на лодке. Лодка ходит по определенному графику. График есть на официальном сайте. Вот, если кому-то надо будет, вы можете мне написать, и я ссылку сброшу. Вот, заранее нужно записываться. Можно поехать, погулять, и там, например, в 11 часов последняя лодка уходит с Аонанга с причала в отель. То есть, в принципе, можно. Но, наверное, этот отель скорее для тех туристов, которые хотят быть в основном в отеле, наслаждаться отдыхом, посвятить себя самому себе, наверное, своей семье, если это с детьми, да, едем. Потому что для детей здесь тоже есть и детский клуб, и детский бассейн, и горка есть. То есть, в принципе, он такой и для детей подойдет, для семей с детьми, и для пар идеально подойдет. Есть джакузи, потому отель вот прям он классный, но нужно понимать, что он немножко у нас винтажный. Но винтаж ему придает шар, наверное. Вот я так скажу, что абсолютно это не мешает отелю. Все исправно, все работает, потому что некоторые коллеги, да, спрашивают, ну, как бы винтажное это слово, конечно, очень классное, но что на самом деле? На самом деле все в хорошем состоянии, но нужно понимать, что все такое вот в старом стиле, наверное, много дерева, но, как я отметила, данному отелю этот стиль подходит. Итак, Центара Анда-Деви, отель, который с хорошей локацией, близко он к морю идет, с неплохой инфраструктурой, неплохой, то есть здесь нет так много всего, но есть здесь бассейн, есть горка, есть лягушатник, есть спа, то есть есть ресторан, бар, такая непринужденная атмосфера. В принципе, для туристов, которые немножко, ну, как бы, да, до пятерки не дотягивают, Сантара Анда-Деви прекрасный вариант для отдыха. Есть номера непосредственно с выходом к бассейну. Сейчас вернусь на картинку. Ну, вот здесь вот они показаны. Вот раз спустился, и вообще бассейн прыгнул, поплавать. Такой вариант мне самой очень даже нравится. Вот. Что у нас по номерному фонду? Deluxe, базовая категория, King Twin, 2 плюс 1 максимум. Если у нас семья 2 плюс 2, мы смотрим Deluxe Pool View, где есть double-double, две кровати, размер 1,40 м на 2. Есть Deluxe Pool Access, это как раз с доступом, прям сразу прыгаешь в бассейн. Вот, есть double-double и есть King, и есть Family Suite, ну, он один, конечно, под запрос, с двухъярусной кроватью. Вот, вот так выглядят наши номера. Так, вот, погрузилась. Вот Deluxe.
Все очень приятный отель, действительно очень приятный, все очень чистенько, аккуратненько здесь. Не знаю, мне этот отель очень понравился, он прям вот, ну, как бы пришел по душе. Family Suite, вот здесь у нас чулан, где двухъярусная кровать, дальше пошла, она находится в гостиной, а сюда идет спальня с King Size Bed. Deluxe Pool Access, выход прямо к бассейну, ну, как бы, даже не выход, а ты прям прыгаешь в бассейн. А Deluxe Pool View, они идут на втором этаже повыше. Вот, вот так выглядит отель. Все очень приятно. Депозиты есть в этом отеле. Все зависит от количества ночей, которые туристы находятся в отеле. То есть начинаем все со 100 долларов. Там 6 ночей 100 долларов, 9 ночей 200 долларов, 12-14 ночей 300 долларов и пошло выше-выше, но в принципе больше, наверное, 500 долларов депозит не оставляет наша четверка. Итак, сейчас мы с вами отправимся на Самуи. Самуи мне напоминает почему-то всегда Мальдивы, но это мое личное такое, да, моя ассоциация, как я говорю. У нас здесь прекрасные отели есть, и наш люксовый отель Сентара Резерв находится именно здесь, который я очень люблю. Да, я всегда говорю, что Сентара Гранд Бич Пхукет это мой самый любимый отель, но Сентара Резерв это немножко другой уровень, как я всегда рассказываю. То есть это индивидуальный подход к гостям. Это даже то, как ты приезжаешь, как тебя встречают, это отдельный ритуал, да, запускаем цветочки, желаем, Будды просим, чтобы Будда нам, собственно говоря, приятный отдых сделал, коктейльчики пьем, десерт кушаем, то есть здесь немножко вот другая совсем атмосфера, и даже когда ты сидишь, например, на пляже, то есть в ресторане, тебя персонал изучает, изучает и пытается максимально сделать твой отдых комфортным. То есть они запоминают, какой ты кофе любишь, они смотрят, беспокоит тебя что-то или нет. Может, тебя комарики кусают, они подойдут, побрызгают спреем твои ножки, чтобы тебя комарики не кусали. Ну, вот такой подход идет гостям. Мы находимся на самом шикарном пляже Самуи. Это Чавенг, это центральная часть. Плюс выходишь с отеля, все как на ладони. Мне кажется, не кажется, а так и есть. В отеле все идеально, никаких жалоб на него я никогда не получаю, за исключением одной жалобы, нет доступных номеров для бронирования. То есть отель, несмотря на то, что он не из дешевых, то есть он высокого уровня, 5 делакс у нас считается, он уходит на стоп очень быстро. Поэтому данный отель желательно бронировать заранее. Вот, пляж шикарный, как я отметила, и инфраструктура вся рядом. Выходишь, все как на ладони. Итак, у нас 13 разных типов номеров. Есть номера, которые в одном экземпляре, вообще, то есть один номер есть, но, в принципе, у нас доступны для бронирования, которые идут по контрактам у Амбодис, ну, в принципе, у всех, да, это 6 типов номеров, которые можно, да, зайти на сайт Amodis и, собственно говоря, выбрать, посмотреть, сколько стоит и все остальное. Если нужно какие-то, да, сьюты, люксы необычные, тогда это мы уже запрашиваем. Есть у нас, например, один центральный сьют, который коннектится с двумя делаксами, например. Он огромный, он центральный, он там огромная гостиная-спальня, все open space, но он только один. Либо же закрытого плана у нас есть, ну, как бы, сьют со своим большим собственным бассейном, и он именно огражден. То есть для хорошо подойдет, например, для мусульман данный тип номер. То есть такие номера нужно запрашивать. Но мы сейчас идем, будем так говорить, к номерам базовым. Базовая категория у нас Deluxe Garden и Deluxe Ocean. Данной категории номеров есть в конфигурации King и есть в конфигурации Twin. Это не Double-Double, это Twin. Обращаю внимание. Второй-третий этаж, эти номера. Второй Deluxe Garden, третий Deluxe Ocean. Во всех номерах у нас есть приятный бонус под названием мини-бар.
и кофемашина, который бесплатно пополняется каждый день. Здесь стоит три графинчика. Один с водкой, один с виски, один с джином. Пополняется ежедневно, ну там по 100. Вот. С утра принял, и день прекрасный, как я говорю. День, и ты свободный. Вот, есть кофемашина с капсулами, пожалуйста. Независимо от того, какой план питания, мини-бар бесплатный и во всех категориях номеров пополняется каждый день. Также для всех гостей есть такая услуга Surprise of the Day. На телефоне, на телефонном аппарате мы нажимаем кнопочку Surprise of the Day, и в течение там 10-15 минут коллеги приносят какой-то сюрприз. Какой это сюрприз? Сладкий десерт, цветочки, может быть, там ну, еще какой-то там, да, необычный сюрприз делать. Они изучают гостей и под гостей, в принципе, делают какие-то сюрпризы. Вот, во всех номерах есть халаты, как и банные, так и льняные, в котором, в принципе, можно выйти к бассейну, например. Есть косметика для него и для нее. Есть, будем так говорить, сетап, как мы говорим, да, для деток. Для деток, например, если это девочка, розовый халатик, сланцы, тапочки. Все это в розовом, красном цвете для девочки, для мальчика в голубом цвете и зонтик. Если, например, путешествовать с малышами, мы предоставляем, мне кажется, здесь не будет ни одного слайда. Да, не будет. Мы предоставляем, если с малышами мы путешествуем, ванночку, горшок, насадка на унитаз, нагреватель, стерилизатор, кроватка и ночник. Все это предоставляется абсолютно бесплатно для гостей с маленькими детьми. Просто нужно написать, когда вы бронируете, вам будет пишите, что нужно, и все предоставят. Дальше. Luxury Ocean и Reserve Ocean. Данной категории номеров мы можем уже поселить 2 плюс 2, либо же 3 взрослых. Вот. Как мы селим? У нас есть здесь диванчик, и у нас есть, который не является дополнительным спальным местом, но мы ставим кровать. Доп. Кровать можно поставить, обращаю внимание. Вот, и если это лакшери или резерв оушен, то здесь у нас появляется ванна, потому что в базовых категориях номеров ванны нету, там только душ. Вот, это отдельная ванная зона такая с окном, то есть все очень красиво. Reserve Ocean, они угловые номера на четвертом этаже. Luxury Ocean, они не угловые, у них поменьше получается будет балкон. Вот, и Deluxe Pool Access, здесь три взрослых, либо же 2 плюс 1 мы помещаем. Данная категория номера у нас находится исключительно на первом этаже. И с доступом в отдельный бассейн. То есть вот этот бассейн, он для 19 номеров. Deluxe Pool Access. Всего 19 номеров. И вот с одной стороны на 8 номеров, и с другой стороны на 8 номеров, на 10. Ну, в общем, пополам. Получается один бассейн и второй бассейн. Почему я говорю с одной стороны и с другой стороны? Потому что отель поделен на две части. Одна зона для взрослых, то есть Deluxe Pool Access может быть в зоне для взрослых, и второй бассейн Deluxe Pool Access может в зоне для всех находиться. То есть это вторая зона. А посередине у нас большой там сад идет. Вот. И последняя категория номеров, которая доступна, пожалуйста, для бронирования, это Reserve Pool Suite. Собственным бассейном данной категории номеров тоже на первом этаже. Здесь бассейн, здесь вот такой лежак. 2 плюс 2 мы можем здесь поселить. Здесь есть душ, ванны нету, есть только душ. И здесь, ну, плохо видно, наверное, но здесь такой свой такой дворик. То есть ты заходишь через калиточку, закрываешь ее, бассейн у тебя и вход в номер. Дальше поехали. Расскажу про виллы. У нас есть три виллы, которые отдельно стоящие и ближе всего к морю. Данные типы номеров у нас все под запрос. Но нужно учитывать то, что это все open space. Здесь нету отдельно спальни, гостиной. Все это открытое пространство, но перегородки условно есть. Стена, например, и доп. Кровать.
да, она стоит, например, спрятанная здесь. Здесь 2 плюс 2, либо же 3 взрослых мы можем поселить. Вот схема номера. Здесь гостиная, здесь диван находится, здесь же идет двухспальная кровать, и вот здесь за стеночкой идет еще полуторка для двух детей. Огромный бассейн, зона отдыха, релакса, обеденная зона, все это под открытым небом. Резер Оушен, она находится ближе всего к морю. И есть просто, ну как просто, условно говорю, что это просто. Есть Ocean Pool Villa, две штуки, которые по 250 квадратов, они находятся за этой виллой. И все эти виллы можно сконнектить. Коннекты присутствуют в основном только в базовых категориях Deluxe Garden, вот, либо же виллы можно сконнектить. То есть, в принципе, здесь с коннектами не особо разбежишься. На территории есть для детей детская сплэш-зона. Есть детский клуб и зона для тинейджеров без гаджетов. То есть мы не используем вообще эко-отель, как мы говорим. И как раз по картинке сверху изображена зона для всех, где два бассейна. Он же является и детским бассейном. То есть прям отдельного бассейна для детей нету. Но вот этот бассейн, в принципе, мелкий. Там многие дети плавают, кто в нарукавниках, например, кто на круге, те, в принципе, дети, в общем, в этом бассейне плавают. Бар. И здесь пошел сад, и дальше уходит зона для взрослых, где еще один бассейн и отдельный выход к пляжу идет. Все лежаки стоят на территории пляжа. Бары, рестораны, 6 ресторанов и баров, везде высокая кухня, авторская кухня у нас есть, The Act, например, либо же Санга, это тайская кухня, домашняя тайская кухня. В этом отеле есть халборд и фулборд, но здесь на усмотрение туристов. Хотят они брать халборд, фулборд. Мне кажется, уровень туристов, которые летят сюда, не хотят себя привязывать к какому-то плану питания, и, в принципе, берут в основном биби. На биби мы сервируем завтрак, шведский стол достойного уровня с огромным выбором блюд, да, рыба, мясо, есть горячие блюда на завтрак, свежевыжатые соки, то есть все это присутствует на завтраке. Итак, рада представить вам Центара Лайф резорт Самуи, который открылся только-только недавно, 15 августа. Мы находимся на Ламай. Не первая береговая, 400 метров от пляжа, но мы предоставляем трансфер на тук-туки бесплатный. Отель небольшой, всего 61 номер, но очень уютный. Здесь в течение дня работает ресторан. Пожалуйста, можно ехать на завтраках, потому что выходишь, вся инфраструктура как на ладони, можно халборд, фулборд выбирать, но там будет сет-меню, это на усмотрение туристам. На территории отеля открытый бассейн, в принципе, вот это и есть бассейн и общий, и детский, и детская горка, да, ну, как бы детская чаша здесь. Вот, отдельно детского клуба здесь нету, нужно отметить. И фитнес-центр есть. По категориям номеров все очень просто. Deluxe, Deluxe, Balcony. Это базовые категории, которых больше всего. Есть Premier Loft и есть Family Suite. Family Suite, он будет с двухъярусной кроватью. У нас их три, они отличаются. Сейчас на картинке немножко покажу как. Итак, Deluxe, базовая категория, вот так она выглядит. Кушетка может выступать спальным местом для ребенка, пожалуйста, бесплатно. Deluxe Balcony, здесь кровати Twin, появляется балкон. А так, в принципе, по размеру и, ну, как бы и по дизайну все похоже. Premier Loft, многим очень нравится этот номер, он действительно необычный, ну как, не то, что необычный, он прикольный, как я говорю. Кто любит стиль лофт, прекрасный вариант для проживания во время своего отпуска. Диван выступает дополнительным спальным местом. И премиум Family Suite или просто Family Suite, это гостиная и спальня. Если это просто family suite, то это будет open space, и гостиная, и спальня будет все вместе. Если это премиум family suite, то здесь у нас дверь будет, то есть отдельно уже будет спальня, гостиная и, вернее, гостиная и спальня будут отдельно. Важный момент, что здесь есть двухъярусная кровать
для детей. Мини-кухня, но она не предназначена. Она есть, но она не предназначена для того, чтобы готовить борщ или суп. То есть здесь микроволновка, холодильник, можно порезать что-то, подогреть, но сварить, например, полноценное блюдо ты не сможешь. Итак, быстро летим с вами в Паттайю. Есть что рассказать, как я говорю, в Паттайе. Деревня Паттайевка, как называют наши туристы, данный регион, всеми любимый, особенно сибиряков и дальневосточников регион, Паттайя, Кочанг. Что у нас есть? Итак, у нас есть Центара Гранд Мираж Бич Резорт Паттайя, уникальный отель с уникальной инфраструктурой. И, наверное, я скажу, что вот, да, положа руку на сердце, что нам конкурентов нет в Паттайе, то есть этот отель действительно очень классный. Сейчас мы еще закончим ремонт, и будет вообще все супер замечательно. Дальше у нас есть бюджетные отели Центара Паттайя, Центара Нова. Кстати, вот здесь ошибка. Центара Азур Готел Паттайя, он ушел от нас. Я здесь просто не исправила, прошу прощения. Больше он нам не принадлежит. Есть Центара Лайф и Центара Лайф Марис Джукьен. Это троечки. Они есть от Центара Лайф Марис Джукьен. Я сейчас подробно расскажу. Пози и Центара Кочан. Центара Кочан, кстати, у меня просто невероятные воспоминания об этом отеле. Я в нем как раз немножко отдохнула, как я говорю, во время своей командировки и порелаксировала. Расскажу про свои эмоции. Итак, Центара Гранд Мираж Бич Резорт Паттайя. 550 номеров. Это два 19-этажных здания, в котором все номера с видом на море. То есть номеров с видом на город у нас нету. Мы сейчас в стадии острой реновации. У нас сейчас много что закрыто. Я посещала во время командировки, я жила в этом отеле, специально жила, чтобы понять, что там вообще происходит. Итак, зона ленивой речки, фактически вот эта зона, она закрыта. И Monsoon Island, это сплэш-зона, это все закрыто. Вот здесь ресторанчик тоже закрыт. И лобби-бар закрыт. Все идет сейчас, там проходит реновация. Реновация продлится до 1 декабря. Ну, невозможно, скорее всего, что-то будет открываться раньше. Что, я не могу сказать, но, например, возможно, лобби раньше откроет, возможно, ресторан откроет раньше. Клаб Бистро, да, то есть как бы, но официально мы делаем ремонт до 1 декабря. Номерной фонд мы практически закончили реновацию, остались еще категории номеров, которые доделывают, и сегодня я вам расскажу про категории номеров, которые уже есть, которые начинают поступать в продажу, мы выписали контракты, потому можно уже смело бронировать. Открыт у нас главный бассейн с баром. Здесь есть глубокий бассейн. Собственно говоря, вот здесь проходит вся такая, ну, как бы анимация, грубо говоря. Ну, тайская анимация, здесь нужно это учитывать. И сейчас бесплатно для всех гостей в неограниченном доступе Lost World Adventures. Классная альтернатива ленивой речке. Конечно, я понимаю, что она не заменит ленивую речку с горками, но там действительно очень классно, интересно для детей. Вот. Ну, нельзя не отметить, что мы находимся на Вангамате, один из лучших пляжей Паттайи, хороший вход. В принципе, летом можно ехать, в сентябре, в октябре тоже можно ехать. Я не могу сказать, что там дожди, но прошел ночью дождь, утром, и все, целый день прекрасная погода. То есть для семей с детьми идеальный вариант для проживания. Здесь у нас находится, здесь, ну, фотография, да, со столиками, но на самом деле там у нас еще один ресторан сейчас, там у нас находится Starbucks, потому, в принципе, вот эта зона тоже задействована для всех гостей отеля. И здесь у нас еще один есть бассейн для взрослых, он длинный, который тоже открыт. Детская комната открыта, детский клуб открыт, пожалуйста, тоже можно приходить и наслаждаться отдыхом. Вернее, не отдыхом, а сдать детей и наслаждаться отдыхом, будем так говорить. Вот, поехали дальше. Итак, по номерному фонду. У нас сейчас номера по-другому уже называются. Deluxe Explorer. Есть в конфигурации King и Double Double. Итак, если это King, то у нас здесь есть диван. Диван раскладывается, и там может
поместиться, в принципе, даже два ребенка. Но мы селим 2 плюс 1, либо же 3 взрослых. То есть, если такая, будем так говорить, столько туристов, то их селят туда. Если туристы 2 плюс 2, то их селят в дабл-дабл. Здесь две кровати, 1,40 м на 2, 1,50 м на 2 даже. 1,50 м на 2. Здесь есть кресло, но оно не раскладывается. Душ, туалет, все закрывается, то есть оно закрывается вот так, то есть хочешь открыл, хочешь закрыл, плюс туалет отдельно закрывается, душ отдельно закрывается. В данной категории номера только душ. Deluxe Explorer находится с первым по 10 этаж. Дальше мы идем премиум Explorer. Все то же самое, что в предыдущих категориях номеров. Как раз здесь хорошо видно, вот как закрывается все. Вот эти двери, они раздвижки, они закрываются. Вот, надо закрыли, надо открыли, как кому удобно. Вот, но премиум Explorer находится с 11 по 18 этаж. Вот, поехали дальше. У нас еще будут номера Mirage Premium Explorer. Я не ставила слайд на самом-то деле, но это будут те же самые номера, что и Premium Explorer, просто будет приставка Mirage, которая дает доступ в клубный лаунж. В этом будет только разница. И Explorer Suite King, две комнаты, гостиная, спальня, огромная ванная комната, гардеробная. В данных категориях номеров уже есть кофемашина. В Mirage, кстати, Mirage Premium Explorer будет тоже кофемашина, и данной категории номеров будет с доступом в клубный лаунж в том числе. Диван выступает спальным местом, бесплатным для ребенка. Для взрослого будет все равно доплата. Вот. И здесь большой балкон, который тянется, как бы который тянется к спальне, от гостиной к спальне. Здесь есть столик и, собственно говоря, кресло. Вот, дальше. Mirage Family Expedition Suite King with Bunk Beds. Данная категория номера идеально подойдет для семей с детьми, которые с двумя детьми, либо же с тремя. Вот. Здесь заходишь, и сразу идет чулан, детская комната, где двухъярусная кровать, где есть окошко иллюминатор, и есть здесь диванчик, не диванчик, прошу прощения, гардероб. И плюс здесь есть еще столик и два стульчика. Вот. И отдельно у нас идет спальня для взрослых с отдельной гардеробной. Идеальный вариант для семей с детьми. Мне кажется, у каждого своя зона комфорта будет. И Royal Expedition Suite. Шикарный номер. Не жила, к сожалению, но показывали мне этот номер. Его еще, в принципе, как бы мы доделывали, когда я была. Да? Вот. Здесь большая гостиная и большая зона релаксации. То есть здесь Infinity Pool, здесь большая огромнейшая терраса, где диван, где можно себе тусовку устроить, как я сказала, вот под открытым небом. То есть шикарный вид на Паттайю, на море. То есть вот этот номер, конечно, покорил мое сердце, как я сказала. Все новое, все свежее, все пахнет даже материалами только свежими, да. В общем, номер прекрасный. Здесь большая гостиная, диван стоит и отдельно спальня, большая гардеробная, большая ванная комната с душем, с ванной. То есть все в этом номере хорошо. Итак, рестораны, бары, Оазис, международная кухня, Хаги, японский ресторан. Озбич Клаб на данный момент закрыт, но его откроют. Есть Рам Джангл Бар, который открыт на 19 этаже, где тусовки, всякие промоушены. И что у нас по питанию? По питанию у нас Хавор Фулбор присутствует. Кстати, если ужин, то там шведский стол сервируется. Вот. Но также можно, если кто-то приехал чисто на BV, можно, в принципе, за дополнительную плату пойти покушать. Шикарный шведский стол, начиная от базовых, там, я не знаю, мяса, заканчивая лобстерами, креветками, мидии, в общем, все морепродукты, все там есть. И холодного такой там тазик стоит во льду, креветки. То есть, как я сказала, и мидии, говорю, вариант под пиво.
Вот, и есть отдельно на гриле сделаны. Вот, десерты, суши там есть, то есть все сервируется, и, насколько я помню, там около 1000 бат, в принципе, если просто ты приходишь покушать, но это того стоит. И Lost World Adventures, та зона, которая доступна сейчас бесплатно для гостей, когда ремонт закончится, тогда будет доступ сюда платный. А если туристы живут больше 5 ночей, то одно посещение будет бесплатно в этот Lost World Adventure. Там горки, там веревочный парк, там вот, как сказать, вот этот зипер есть, или я не помню, как он по-русски называется, кинотеатр, игровые автоматы есть. Там есть всякие мастер-классы для детей. То есть действительно зона очень интересная. То есть детям, ну, как бы действительно здесь интересно. Потому что сейчас, кто едет, есть идеальная возможность, в принципе, попасть детям в невероятно зону отдыха и эмоций в Lost World Adventures. Так, по Центара Гранд я закончила. Обращаю внимание, что ремонт продолжается и закончится 1 декабря. Я не могу сказать, что там прям шумно, что там грязь есть. Нет, ничего. В принципе, шума большого такого нету. Хотя, знаете, каждому по-разному. Я не заметила, меня не беспокоило, будем так говорить. Но есть туристы разные, потому лучше предупреждать, чтобы они понимали, куда они едут. Что они едут в отель, в котором проходит реконструкция каких-то объектов. Вот. Центара Лайф, Мари Джомтьен тоже анонсировала важный момент. Сейчас у нас 19 августа, анонсировала в телеграм-канале, только вчера начался ремонт бассейна. Собственно, это практически вся территория, ну, часть территории отеля. Но мы предоставляем трансфер и бесплатный доступ к курортному отелю, который находится рядом с пляжем. Называется он Замок Мурада Паттайя. То есть туристы, чтобы как бы их, то есть они живут у нас, кушают у нас, но пользуются бассейном, ну, зоной бассейна, будем так говорить, отеля Замок Мурада Паттайя. Вот, и мы Шаттл Бас Сервис курсирует постоянно. И этот отель находится прямо на пляже. То есть и бассейн, и пляж будет рядом. Потому, в принципе, это хорошая компенсация. То есть, в принципе, ну, как бы, чтобы сгладить как-то вот технические работы, которые проходят у нас в бассейне. Мы это делаем для того, чтобы соответствовать уровню отеля, и чтобы все было свежее и новенькое. Данный отель подойдет, в принципе, как и для пар, так и для семей с детьми. Здесь есть детская зона. Кстати, ремонт у нас продлится до 31 октября. Дальше, то есть к сезону мы полностью открываем все. Есть водная горка, есть сплэш-зона, есть детский бассейн, огромный бар в бассейне. И есть, что мне нравится в этом номере, есть семейные номера, который с двухъярусной кроватью, с гостиной с двухъярусной кроватью. То есть классный вариант для семей с детьми. Есть ресторан, есть бар, есть всякие промоушены. Вообще отели стараются делать всякие, да, там купи 4 коктейля, получи 8 коктейлей. Там, например, Seafood Night, там 500 бат. То есть всегда стараются как-то привлечь туристов, чтобы они все-таки оставались в отеле, оставляли деньги в отеле, будем так говорить, и наслаждались отдыхом, не напрягаясь, чтобы не искали, где покушать, где выпить, может быть, где-то сэкономить. Тем более, отель все-таки у нас идет в таком бюджетном сегменте, потому всегда предлагают какие-то акции. Вот, по номерному фонду. Superior базовая категория, King либо же Twin, 2 плюс 1 это максимум. Double-double это Family, отдельно категория выведена. И у нас есть Family Suite и Premier Suite Private Pool. На картинке сейчас я вывела, в принципе, базовые такие категории, которые больше всего бронируются. Супере вот так выглядит, все свежо. Отель не старый, отель 2018 года, насколько я помню, да, 2018 года. То есть все современно, но все без лакшери, будем так говорить. В плане того, что все очень
просто. Вот, наверное, правильно. То есть слово все очень в простых тонах, скромно, но со вкусом. Вот так выглядит Family Suite, о котором я говорила. Мне очень этот тип номера нравится. Заходишь в гостиную, здесь двухъярусная кровать идет, закрывается задвижкой. Ненужные дети закрыли, нужные дети открыли. Вот. И есть гостиная, где диван, где еще телевизор, где, в принципе, может быть игровая зона для детей. Пример Suite Private Pool, тоже две комнаты, бассейн отдельный, они все на первом этаже. И Family Double Double, две кровати размером 1,40 м на 2. Есть детский клуб также, но скорее это детская комната для самых маленьких. Не могу сказать, что прям старше 7 лет или 8 будет интересно детям. Все-таки для малышей будет более интересно. Вот, по этому отелю все. Сейчас я бы хотела рассказать про кози отели. У нас их три в Таиланде. Паттайя, Краби и Самуи. Какая фишка этих отелей? Это экспресс-отели для активных путешественников, для которых отель нужен для того, чтобы переночевать, помыться, постираться, позавтракать, например. Даже, может быть, не позавтракать. То есть вот для таких гостей. Почему? Потому что у нас, почему я сказала про завтраки, у нас нету типичного шведского стола. У нас кафе 24 на 7, который в любое время можно прийти, взять себе покушать. Там же и магазин у нас есть, где можно все купить по ценам 7-Eleven. Вот. И мы даем на каждого туриста взрослого ваучер 100 бат в сутки на человека. То есть живут 10 ночей на каждый день, у каждого взрослого будет 100 бат на питание. На эти 100 бат можно как пойти позавтракать, купить круассан или маффин с кофе. Так, например, во время обеда прийти, например, купить готовый обед, который привозят, да, и там доплатить, потому что за 100 бат ты не купишь, там, наверное, 150-200 бат готовый обед, там рис с мясом, там салат, условно я говорю. И, собственно говоря, их потратить. Но от шведского стола здесь не будет. Данный отель, Кози Паттайя, Вонгамат, находится на Вонгамате. Он рядом с нашим Центара Гранд Мираж Паттайя, через дорогу. Но инфраструктурой Центара Гранд Мираж Паттайя бесплатно пользоваться нельзя. То есть, если туристы хотят, например, пользоваться территорией, пожалуйста, это за доплату. Такая услуга есть, сейчас нету, потому что ремонт, но когда откроется, насколько я помню, там было 1000 бат в сутки. Не в сутки, за день. Вот, то есть территорию мы не можем пользоваться. Пляж, пожалуйста, Вангомат один из лучших пляжей. Выходишь, все рядом есть, тоже кафешки, магазинчики. На территории отеля бассейн, и это, в принципе, во всех кози отелей, прачечная, молодежная атмосфера. И самое главное, 5G интернет. Для кого важен интернет, в принципе, этот отель хорошо для айтишников, потому что действительно высокоскоростной интернет. По номерному фонду все очень просто. Козируми, Кози Плас. В Козиру мы селим только 2 человека или 1+1, один взрослый плюс один ребенок. В Кози Плас мы можем поселить 3 взрослых, либо же 2 ребенка. Это, в принципе, история для всех Кози отелей. То есть, чем классный Кози? Для активных путешественников, для которых важно рядом пляж, в принципе, все отели Кози у нас рядом с пляжем, для которых важно современный молодежный отель, они такие и есть, эти отели, они новые у нас, в принципе, этот бренд и сами все отели. Вот для тех туристов идеально подойдет данный отель. Но номера нужно отметить, что небольшие. Даже, ну, многие туристы пишут отзывы, что маленькие. Да, так и есть. Они небольшие номера, кровать, сейф. В принципе, даже я бы хотела бы отметить, что нету шкафа. Все вещи мы вешаем на крючки, которые есть, да, на стене. И не открываются окна. Вот это, наверное, такой важный момент. То есть вот эти окна, они не открываются ни в одном отеле Ози. И времени совсем мало, но я хочу все-таки рассказать свои впечатления про Центара Кочанг. Единственное, что нужно учитывать, что Центара Кочанг – это все-таки долгий путь, чтобы добраться к нему. Все-таки Кочанг – это третий по величине остров, отдельный остров. К нему нужно доехать, доплыть. То есть логистика немножко сложновата, будем так говорить. Но нет ничего, как мы говорим, невозможного. Это того стоит. Вот у меня, знаете, когда я приехала в этот отель, у меня было чувство, как будто бы я приехала в деревню к бабушке. Вот к тайской, да, своей бабушке. То есть это
домики, это бунгало, там, коттеджи, деревянные, все очень в дереве, приятная атмосфера, тишина, спокойствие, птички поют, ящерицы бегают там, да, ползают, прошу прощения, рыбки плавают, там везде есть, ну, как бы речушка, да, где рыбы плавают, невероятная атмосфера. С утра проснулся, пошел на йогу. Йога может быть как и на пляже, так и в спа отдельная есть. Потом акваэробика есть. Детей можно отдать, например, в детскую комнату. Там есть всякие активности. То рисовать, то лепить, то разукрашивать. Пожалуйста, можно пойти на тайский бокс. Спа, например, заняться спа с собой. Вот. И отель недорогой в целом. То есть вся их инфраструктура, что есть за доплату, например, спа, там довольно демократичные цены. Вот, йога бесплатно, тайский бокс бесплатно, акваэробика бесплатно. В ресторане, в баре все очень дешево. Например, напиток, который, ну, я брала мохито безалкогольный, 100 бат стоил в отеле. То есть в Паттайе ты там даже ни в отеле не возьмешь за 100 бат. Ну, я условно говорю, на Пхукете тем более. Вот, если это алкогольный, то там 160 бат. То есть у них всякие тоже промоушены есть. Ну, то есть акции, там счастливые часы. Потом они делают вечерние какие-то программы. Например, сегодня там живая музыка. Завтра, например, но это больше в сезон, когда загрузка высокая. Могут даже представление на пляж, там фаер-шоу сделать. То есть отель очень приятный, очень клиентно-ориентированный, очень спокойный вот для тех туристов, которые хотят тишины, спокойствия, хорошей еды, хорошего сервиса, прекрасный пляж. Но нужно учитывать то, что у нас вот, если посмотреть сейчас на пляж, лучше плавать с правой стороны. С левой стороны мы все-таки каменистые. Ну, пляж каменистый, не мы, а пляж каменистый. Это есть. Вот, но ты уходишь чуть-чуть вправо, и все прекрасно. Здесь у нас гамаки висят. Можешь лежать просто час на гамаке, наблюдать за закатом, например, пить чашечку кофе там, или коктейль свой. Возле бассейна лежать. На территории отеля два бассейна. Один близко к пляжу, а второй с горками. Он подальше. Территория огромная. Там даже просто приятно ходить, гулять по этой территории. С колясочкой, например, если кто-то доехал, да, с детьми. Потому отель действительно очень приятный. Уровня 4 звезд. Итак, что, в принципе, и близок к достопримечательностям тоже, ну, то есть там близко. Лесные тропы, водопады, лагерь слонов, питомник слонов прямо через дорогу. Барчики, ресторанчики, кафешки, все за пределами отеля есть в шаговой доступности. Вот, плюс там можно, например, есть, как я говорю, и зона там, настольный бильярд, теннис настольный, пожалуйста, все это есть, настольный футбол, там волейбол играют на пляже, потому там, в принципе, есть чем заняться, он абсолютно не скучный. Итак, базовая категория Superior, Garden, конфигурации Twin, но можно смело брать 2 плюс 1, и кровати мы сдвигаем здесь, и получается 2 на 2 20. Ну, то есть мы сдвигаем, мы делаем, это два матраса, но как-то там одна просто не идет, вот они делают. То есть, в принципе, мы сдвигаем эти кровати в супериоре. Раньше этого не делали, но сейчас мы делаем. Это очень удобно. Итак, Deluxe Garden и Superior. Deluxe у нас только в конфигурации King. Данной категории номеров находится у нас в девятиэтажных зданиях. Не в 9, стоп, простите, в двухэтажных зданиях, которых 9 штук. То есть эти номера у нас идут через стеночку. Superior первый, второй этаж, а делаксы, они угловые у нас идут, и они чуточку побольше идут. Вот, Cabana Garden View, эти номера и Cabana Ocean View в коттеджах на 3 номера. Они находятся, вот Cabana Garden и Ocean View, на первом этаже. То есть коттедж у нас для двух Garden View Cabana, и сверху у нас Junior Suite идет с отдельным входом по ступенечкам. А премиум делаксы – это отдельно стоящие коттеджи идут. Вот, Cabana Ocean View – это просто близко к морю стоят и близко к вот этому бассейну. Я вернусь сейчас в картинку. Вот они, получается, вот здесь находятся, эти Ocean View. Вот, коннекты могут быть,
Кабана Garden View могут коннектиться, и в некоторых кабанах, которые не в некоторых, если кабаны Garden View не коннект, у них есть под открытым небом душ. Вот это мне тоже очень сильно понравилось. Прям вот душ под открытым небом, как на Мальдивах, я говорю. Итак, вот так выглядят номера. Все очень, как я сказала, дерева очень много. Супериор, Делакс Гарден – это двухэтажные здания. Их у нас 9. Дальше. Кабана Гарден Вью или Оушен Вью. Они находятся, опять же, в одном коттедже на первом этаже. Они рядом. И сверху наш Junior Suite, который идет с... Ну, он большой. Здесь, кстати, вот этот диванчик, он может выступать спальным местом, бесплатным, если просто с простынью застилаем. И там простынь, подушка и... Просто и одеяло. Но если нам нужно полный сетап, как они говорят, прям сделать кровать-кровать, то это будет за доплату, даже для детей. То есть, либо же они ставят доп. Кровать. Вот, если кому-то нужно, это за дополнительную плату. Здесь такая же самая история. То есть можно просто застелить, но там немножко твердо. Вот. Но если хотят прям полноценную кровать, да, тогда либо же доп. Кровать берем, либо же они сделают с этой кушетки полноценную кровать. Но это будет за дополнительную плату. И премиум Deluxe Cabana Garden View есть в конфигурации Kinky Double Double. Это отдельно стоящие коттеджи. Сибриз ресторан, он прямо на пляже находится, завтраки там проходят, и два бара, сплэш и лобби-бар. Вот активности, которые в отеле, это как раз бассейн второй с детской горкой, с барчиком, как я говорю, здесь джакузи. Здесь больше любят, конечно, дети проводить время, тайский бокс, детская игровая площадка, детский клуб и спа. Спа – это мое любимое. Вообще здесь можно прям курс пройти массажи. С утра пошел на йогу, потом после обеда пошел на спа. Вот этот мы делаем как и в спа массаж, но там ценник другой, так и на улице. Прям вот, ну, почти на берегу. То есть на территории отеля вот такие домики стоят, там стоят кушетки, и там делают массаж. Массаж стоит это всего 400 бат. Тайский массаж всего тела 400 бат. На улице 300. Но качество совсем другое, правда. И вот берешь курс, мне кажется, вообще идеально. То есть это вот отель для перезагрузки, мне кажется, вот идеально. Итак, а теперь я быстро расскажу, очень быстро, в двух словах, про наш Вьетнам. Так, презентацию не перелистала. У нас есть на Муйне один отель. Он довольно, ну, не то что довольно, он действительно новый. Мы его открыли недавно. Он в двух, ну, 2,5-3 часа езды от аэропорта Хошимин. Центара Мираж Муйне. Отель с прекрасной инфраструктурой. Что такое Мираж? Мираж – это семейная концепция. Вот Центара Гранд Мираж Паттайя, отель детский. В Дубаях Центара Мираж, Дубай есть, это детский отель. И Центара Мираж Резорт Муйне – это детский отель. Отель с невероятной инфраструктурой. Все, что можно, здесь есть. Бассейны, ленивая речка, детский клуб, боулинг, караоке, множество баров, ресторанов, маяк и почти 1000 номеров и вилл. Дальше у нас еще есть спа-санвари, есть кэнди-санвари для детей, пожалуйста. Есть даже смотровая 30-метровая башня-площадка там. В общем, все для идеального отдыха. Но нужно учитывать важный один момент, что пляжа собственного у нас нет. Ну, в принципе, там вообще нигде нету. Но у нас есть пляж рядом, который не оборудован. То есть вот это нужно учитывать. То есть ты можешь прийти поплавать, но там даже лежать ты не сможешь. То есть все-таки отдых будет больше на территории отеля. Вот, учитывайте, пожалуйста, и рассказывайте туристам. Но во всем остальном отель действительно очень классный. Итак, Deluxe – это базовая категория King Twin. Два взрослых, либо же один ребенок. Единственное, мы не ставим доп. Кровати ни в Deluxe, ни в премиум Deluxe, ни в премьер пол. Это нужно учитывать, потому если уже 2 плюс 2, либо же туристы хотят более комфортного размещения, рассматриваем виллы. Вилла one bedroom, например, либо же вилла two bedroom, смотря сколько людей едет. Вот, то есть есть вот такой маленький момент. Итак, по номерному фонду.
Вот так выглядит делакс, категория номера. Делаксы, они сдвоенные. То есть в одном коттедже, в одном домике два номера. Так все такой в средиземноморском стиле, я бы сказала, да, мореплавателей. Такой, ну, стиль вот действительно приятный. Стиль такой, знаете, ну, в нем действительно приятно, как я говорю, находиться. Вот, дальше, премиум делакс, номер чуточку побольше, и здесь есть на заднем дворике такая зона для посиделок, будем так говорить. Вот, то есть с другой стороны ты выходишь, можешь посидеть, отдохнуть, плыть, например, да, и с доступом в бассейн. Premier Pool Access. Все то же самое, что в предыдущем номере, но здесь уже побольше такая с лежаками терраса и с доступом в такой бассейн. Дальше у нас пошли виллы. One bedroom, two bedroom и three bedroom. То есть собственным бассейном, собственной террасой для солнечных ванн, собственной гостиной, кухня. Если это two bedroom, то детская комната вот такая прям есть, детская спальня с интерактивом. Вот, вот такие номера у нас. И три bedroom. Вот, рестораны, бары есть, пожалуйста, любая кухня, даже есть фургончики на колесах закусочные, это тоже все присутствует в отеле. Но я все-таки рекомендую этот отель брать на Биби, потому что выходишь, все есть, и, в принципе, там ты не будешь привязываться к одному мундо-ресторану. Вот, зашел, захотел, пошел в Суанбуа, захотел, поел там фургончики, перекусил, захотел на возле бассейна, на баре перекусил. Потому как бы не привязывайте туристов, дайте им больше свободы, наверное. Вот. И еще по развлечениям у нас детский клуб, как я сказала, и зона для тинейджеров, караоке, боулинг, спа, как и для взрослых, так и для детей, аквапарк с ленивой речкой, это как раз наш Faro Tower, смотровая площадка, и там же есть ресторан, горки, вот, все это в отеле присутствует. У меня все, потому что уже 13:00. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете написать Амбодис. Детская, кстати, площадка есть с каруселью, надо важный момент, дети это любят. Вот, если у вас будут вопросы, вы всегда можете написать в Амбодис или мне. У меня на этом все. Я поделюсь с вами своими контактами. Сейчас перелистаю всю презентацию. Вот, и в конце будут мои контакты для связи. Вот, мои контакты. Я базируюсь в Москве, моя почта. Если у вас есть какие-то ремарки, лучше оставляйте это все туроператору сразу, рядом. Connect. Коннекты не могут быть гарантированы, важный момент, только если они будут в наличии. Вот, и наш телеграм-канал, где мы публикуем все новости. Спасибо всем огромное за то, что выдержали, за то, что слушали, и я всем желаю хорошего сезона. Всех благодарю и всем отличного дня, хороших всем продаж. Всем пока! Ирина, спасибо вам большое за такую подробную презентацию. Коллеги, всем спасибо, кто подключился. Мы желаем вам хорошего дня и спасибо за уделенное время. До свидания.